Александр Гами, Пушкин и Дантес. Сцены из жизни 1837 года. Картина вторая. Исторически действующие лица. Ванги Кирен в девичестве Гончарова, Екатерина Николаевна, жена Дантеса, сестра жены Пушкина. Ванги Кирен, Дантес, Георг Карл, Жорж Шарль, шурин Пушкина. Картина вторая. Дом Гекеренов. Екатерина Гончарова в замужестве Гекерен. Опять одна. К чему стремилась? Быть нелюбимой с ним всегда? Что я замужеством добилась? Лишь боль в душе и пустота. Как две голубки сизокрылых друг друга ласками дарят в беспечных играх чистых, милых, и ввысь и счастливо парят, так Жорж с Наташей наслаждались друг другом, мир весь позабыв, и их чела перерождались, любви нектар хмельной испив. Кавалергардский полк тем летом недалеко стоял от нас, и остров каменный корнетом был осаждаем сотни раз. Жорж к нам на дачу пробирался, и мы втроем спускались в сад. Любовь и сводня. Он старался нас веселить, был страшно рад от встреч с Наташей. Мне ж хотелось быть тоже с ним, как и она. Я в их лучах безумных грелась и опьянялась без вина. Я им мешала? Нет, все ложно. Она мне с ним мешала быть, мать четверых детей. Как можно еще кого-то ей любить, жена и мать. А я все в девках. Не осчастливишь ты его, отдай мне Жоржа. Держит крепко. Любила б мужа своего, ведь Саша добрый и хороший, и гениальный. Он избрал поэта каторжную ношу, да знать с душою избирал. Еще не будучи знакома с поэтом лично, я тогда уж им зачитывалась дома и полюбила навсегда. Из-за Наташи вызов драться пришел вдруг к Жоржу. Почему? Решил конфликт он попытаться замять. Я не судья ему. Дантес мне сделал предложение. Дуэль улажена, и вот весь свет в догадках и в движении. Зачем же он ее берет? И на 4 года старше, и с Натали сравнения нет. Взять на ночь где-нибудь на марше ее, но в жены брать не след. А я
над всеми хохотала, пускай злословят, я за ним. Но он, как позже видно стало, с ней был одним, со мной другим. Я здесь чужая, кто ж оспорит, как и у Пушкина. Так что ж, любовь ты радость или горе, порой, увы, не разберешь. Входит Дантес. Дантес. Катрин, о боже, что с тобою? Екатерина, ты здесь, любимый, ты со мной. Я извелась. Зачем судьбою дано мне знать тебя, родной? Дантес, пустое это, успокойся. Какая права ты, Екатерина? Ответь, какая? Ну, скажи, не бойся. Дантес, ты так чувствительна. Екатерина, я ведь люблю тебя. А ты? Ты любишь? Дантес, кто я? Конечно же, люблю. Да вот, с тобой про все забудешь. Катрин, ты знаешь, я терплю Димитриев долг. Он обещался, что до вчерашнего утра додаст приданое. И клялся, что все получит, мол, сестра. Поторопи его с ответом. Екатерина, да-да. Он помнит уговор и все отдаст, пускай при этом нуждаться будет. Дантес, что за вздор? Нуждаться будет, но оставь. Наш дорогой Луи пришел? Екатерина, он у себя.